числа 1, 2, 3, 4 до 200. Из них выбрано 101 число. Нужно доказать, что одно из чисел делится на другое. Одно из выбранных чисел, одно выбранное число делится на другое. Из 200 чисел от 1 до 200 выбрана 101 штука. Вот нужно доказать, что среди выбранных чисел одно делится на другое. Давайте каждому числу n сопоставим наибольшее нечетное деление. Если у нас есть число, оно делится на какие-то двойки, может быть, большую степень двойки, мы все эти двойки отбрасываем. Смотрим только, так сказать, нечетную часть. И какие тут могут быть нечетные делители? 1, 3, 5, 199. То есть это числа вида yn плюс 1. Этот, ну, лучше так давайте, 2n минус 1, n от единицы до 100. То есть вот нечетных делителей, наибольших нечетных делителей у нас получается 100 штук. А чисел выбрано 101. Поэтому есть два числа, у которых наибольшие нечетные делители одинаковые. То есть они имеют вид какой-то а умножить на 2 в степени k и а умножить на 2 в степени n. Ну, а из двух чисел такого вида ясно, что одно делится на другое.